Три ночі і чотири дні праці. На лижеролерній трасі у Якубовці у Гомелі з'явився сніг. Зимовий антураж створили при допомозі снігогенераторів. Покуль придатними для катання на лижах зробили 400 метрів. У планах засніжити усю трасу. Подробязності у Максима Савіна. Першими зимовое покрытие оценили выхованцы Центра Олимпийского резерва по веслярных видах спорта и биатлоне. Миновито для их у первую чергу и створали снежное покрово. Зараз тренировки юных биатлонистов стали полновартостными. Стрелковую подрыхтовку сумешают с удосконалением лыжного ходу. В прошлом году успели поездить, но так как снега было мало, то катались только на равнине. Сейчас довольно удобно. Больше снега и больше пространства ездить. Очень интересно сейчас, когда мы едем, мы устаем, и на этом же дыхании нам надо отстрелять. Аматоры так само задовольнением переодолевают круг за кругом по свежим снезе и отзначают, трасса подрихтована на высоком уровне, но опошние годы зимы были малоснежные. У пошуках придатного покрытия для занятков любимым видом спорта приходилось ездить в Минск. Зараз такой необходимости не будет. Для Гомеля, для нашего юго-восточного региона это просто супер. Мы все время, каждую зиму ездили в Минск по выходным, старались где-то постоять на снегу, потому что видите, какие у нас зимы. Снега нет, а если есть, то его очень мало. А катаемся по неподготовленным трассам, на хороших лыжах не покатаешься. Поэтому об этом только мечтали. Для створения штучного снегу необходимы отмовные температуры и низкая вильготность. Коли умовы надворья стали придатными, снегогенераторы начали працавать без перапынку. На то, как уладковать трассу должиной амаль 400 метров, супрацовникам ЦАРА потребовалось 3 ночи и 4 дни. Утрамбовывали снег с допомогой специального транспортного сродку – ратрака. В ближайших планах створить снежное покрытие на всей протяглости лыжероллерной трассы. Чекают столько придатного надворья. Все готовы, рука на пульсе, как только уходим в минус, это независимо день, ночь, независимо от времени суток. Мы в любой момент готовы включиться и продолжать начатое. До речи, на протягу снежня покататься на лыжах на лыжероллерной трассе можно бесплатно. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».